Сегодня в Башкирию приехало 20 человек с юго-востока Украины. В Нефтекамск именно попало 6 человек, а именно в Амзю. Амзинский лесокомбинат им предоставил рабочие места и жилье в их гостинице. Что им сейчас необходимо, это, наверное, пройти медосмотр, на что у них не хватает средств, а местная администрация отказывается нам в этом помочь. Поэтому мы просим, кто может помочь, то есть или им лично отдать деньги в руки, или как-нибудь связаться с редакцией ТНТ, то есть и передать эти пожертвования. На следующей неделе приедет еще 30 человек, по Башкирии их разместим. Сколько заедет в Нефтекамск, еще пока неизвестно, так как проблема с размещением. Но еще в дальнейшем где-то человек 200 прибудут в город Нефтекамск.